Марія Фальова – тренерка зі стретчингу. Більше 8 років веде групові заняття з functional training, booty dance, пілатесу, силових, аеробних та танцювальних напрямків. Дотримується здорового способу життя. Радить завжди приділяти увагу заняттям спортом. Здравствуйте! Сегодня мы с вами познакомимся с особым видом тренировок, таким как стретчинг. Это особый вид аэробной нагрузки, направленный на развитие эластичности ваших мышц и подвижности суставов. Для того, чтобы ваше тело было подготовленным к растяжке, необходимо его разогреть, чем мы сейчас с вами и займемся. Итак, для начала расположите стопы параллельно на ширине таза. Ширину таза мы проверяем расстоянием своей стопы. Слегка согнутой колени, таз подкручиваем вперед. Дышим. Глубокий вдох. Вытянулись за руками. На выдохе прижимаем подбородок к груди, разминаем шею. Еще вдох. И выдох. Еще вдох. Вытягиваемся, удлиняем позвоночник. Выдох. Подключаем спину. Roll down. Скрутка вниз. За головой скручиваемся вниз. Внизу старайтесь коснуться пола ладонями. И на выдохе медленно раскручиваемся наверх. Последней приходит голова. Еще раз вдох, вдоль своего тела скручиваемся вниз, расслабленная поясница, и на выдохе медленно наверх. Делайте так до 4 раз, будет достаточно. И еще вдох, наклон вниз, параллельно полу, выдох. Тянемся макушкой вперед, копчиком назад, взгляд направлен вниз, шея, спина, руки образуют ровную линию. Работая в одной плоскости, округляем спину, глубокий вдох. Выдох, прогнулись. Разогреваем хорошо мышцы спины, ножки крепкие, колени ровные. Работаем, выдох. И еще вдох, выдох. И последний, выдох. Также удерживая спинку параллельно полу, развернитесь в правую сторону. Держим статично до 8 секунд, вытягиваясь за руками. И наклоняемся к бедру, обнимаем себя за ногу, подтягивая корпус ближе к бедру. Опускаемся вниз, расслабили спину, снова на выдохе вернулись наверх. И приступаем к тазобедренным суставам. Подтягиваем правое колено ближе к груди. Прорабатываем голеностоп, сокращаем стопу и натягиваем носочки. Еще вверх, вниз, вверх, вниз. Оставляем натянутый носочек, подтягиваем колено выше груди. Выдох, с каждым выдохом подтягиваем колено выше, таз выталкиваем вперед. Зафиксируйте как можно выше и отведите в сторону, стремясь бедрами вперед. Подтяните пятку к ягодице. И повторяем то же самое на другую сторону. Боковые мышцы. Вдох. На выдохе работаем в наклонах. За каждой ручкой дотягиваемся вниз и в сторону. Бедра при этом неподвижны, таз неподвижен. Следующее. Разворачиваем стопы в одну линию. При скрутке опускаемся вниз. Фиксируем ладони на полу. Работаем, касаемся коленом к полу. И разгибаем ножку. Вытянулись наверх, дожали живот ближе к бедру, работая с ровным коленом. Снова вниз, вдох, выдох, вдох, выдох ровно. Также работайте до 8 повторений. И немного усложняем, перекатываемся задней ножкой на полупальцы, передней выходим максимально носочком наверх, стопа сокращена, добавляем максимальное натяжение по икроножной мышце, под коленом и по задней поверхности бедра. Продолжаем также до 8 раз. И остаемся в статичной нагрузке, потянулись ближе к бедру, стараемся максимально вывести носочек наверх на себя. И последнее, что с вами сделаем, добавляя разогрев на бедра, основную нашу часть для растяжки. Выходим в максимально широкое положение и опускаемся тазом параллельно полу. Держим ручки перед собой. Слегка раскачиваемся, пружиним ягодицей вниз. Коснулись пола, уходим в амплитуду больше. Снова вдох, выдох. То же самое повторяем до 8 раз на одну сторону. И максимально низко к полу меняем положение, работаем на другую. По центру останавливаемся, сводим стопы на ширину таза, на выдохе снова раскручиваемся наверх. И после такого легкого разогрева можем приступить уже непосредственно к растяжке наших мышц.
На данном этапе на сегодня все. В следующем выпуске ждите продолжения.